Всем добрый день, это проект «Редколлегия Читару», меня зовут Андрей Козлов, я редактор Читару, и сегодня мы работаем в Нерчинске, и в рамках проекта «Герои. Победы. Будущее» ищем героев, говорим о победах и размышляем о будущем. Мы стоим на фоне знаменитого Свято-Воскресенского собора, исторического собора в Нерчинске, которому больше 200 лет, который был построен как собор и функционирует как собор. И сегодня здесь мы будем разговаривать с Дмитрием Владимировичем Окороковым, человеком, который объединил в себе самые разные ипостаси. Ипостаси, которые кажутся не соседствующими друг с другом, но тем не менее соединившиеся в одном человеке. Человек разнообразный, интересный и во многом уникальный. Кроме того, он приехал сюда из Тульской области. Он не местный, но всю свою взрослую жизнь практически прожил в Нерчинске. И сегодня мы узнаем, хочет ли он встречать старость в этом прекрасном историческом малом городе Забайкалье. Вот такое место Свято-Воскресенского собора. Дмитрий Владимирович, вы и звонарь, вы и военком, вы и депутат. А какая для вас ипостась главная все-таки? Как вы себя осознаете? Или у вас вот все это вместе? Или что-то можете выделить для себя главное? Ну, ипостась — это добродетель, это делать добро людям. Мы работаем и служим на благо государства. И все делаем для того, чтобы здесь, именно здесь, в городе Нерчинске, процветала жизнь. И чтобы наши граждане, живущие здесь, не чувствовали себя какой-то в периферии. Вот наш замечательный город, мы его любим, славим и делаем все возможное для того, чтобы все программы здесь работали. Но вы не отсюда. Вы уезжали и приезжали, и опять уезжали, и возвращались. Почему возвращаетесь? Почему не едете? Мы тоже ехали сюда, рассуждали. Почему человек не возвращается к себе в Тульскую область? Родом я с Тульской области, город Узловая. В 96-м году я приехал сюда служить в ракетной бригаде, будучи лейтенантом званий. После первого года службы была перелокация в степь, перемещение в другие гарнизоны, Дровяная, Краснокаменск, Калийск, Алтайский край. И потом волей судьбы я попал в 2002 году именно в город Нерчинск. Вот, стал начальником 3-го отдела офицеров запаса и кадров военного комиссариата и начал тут работать. Полюбил город, полюбил жителей, то, что за его простоту, душевность, за открытость. И город мне очень понравился. У меня супруга местная. Вот, и город стал родным. Вторая моя малая родина. Я многих спрашиваю, но в основном я спрашиваю тех, кто родился где-то здесь, в Забайкалье, где они будут встречать свою старость. Вы не здесь родились, много где поездили. Вас, если сейчас в лоб спросить, где вы будете встречать старость, здесь, в Нерчинске, в Забайкалье, или как Бог даст? Как Бог даст, куда мне дорога заведет, где будет нужен государству, там я и встречу свою старость. Ну, надеюсь, что я буду здесь пока. Хотите здесь? Пока нужен здесь, пока работаю здесь, пока есть стабильность, уверенность и пока есть над чем работать. Самое необычное ваша ипостась, с чего мы начали, это звонарь. Откуда вообще этот интерес именно к этой деятельности? Я знаю, что вы музыкой с детства занимались и на баяне умеете играть, но это все равно необычно. В детстве, еще будучи ребенком, мне было 11 лет, у нас был храм в деревне Супань, древний храм, который был полностью разбит, и там было овощехранилище. Я забирался. Это какие годы? Это были 90-е годы, это были даже, можно сказать, 90-х. Конец 80-х, наверное. Да, конец 80-х. Вот. И вот в этом храме находили склянки, бутылки и вот этот резонанс внутри храма давал ощущение, что это было колокола. Находили пустые ведра, находили чугуны какие-то вот.
И создавалось впечатление, что я звонарь. Но это были такие детские мечты, какие-то не связанные с искусством звонарей. И в 2014 году вот в этом храме я участвовал при установке малой звонницы. И мне пришлось посчастливиться прикоснуться к колоколам. Просто получилось. Бог дал. Колокольный звон, он очищает. Он очищает все вокруг пространства, и ты чувствуешь душевный подъем, духовный подъем. Вы родились в Советском Союзе, выросли в Советском Союзе многом. И вы советский человек, наверное, да, во многом. Советский человек. Да, вы вот спокойно воспринимаете. Я тоже себя воспринимаю советским человеком, хотя я родился там, наверное, лет на 10 позже вас, в 81-м. Вот. Как это в семье это пестовалась вера? Или это просто было где-то в воздухе? Как это работало? Как вы пришли к вере? Или она всегда была просто? Она всегда была. К вере меня привела прабабушка Анастасия. Все были верующие. И в красном уголке были иконы. Старые иконы. 19 век. И горела лампадка. Это такое было место. Место уединения. Место молитвы. И вот это вот духовное связующее звено, это вот моего рода, вот она неотъемлемая часть. Потому что без веры мы не можем жить. Вера должна быть в присутствии человека. Я так считаю, что передалось это. И мама до сих пор молится за всех нас, родных, близких. Молится за мир. Я думаю, что это должно быть в каждом человеке. Есть такое мнение, что в Советском Союзе это пресекалось. Вы не чувствовали никакого сопротивления со стороны государства? Чувствовалось. Потому что я пионер, комсомолец. Вот, и, ну, небольшое давление было. Ну, не так сказать, сильно, но в то время мы были все атеистами. И у нас вера в Коммунистическую партию Советского Союза, она была приоритетной. Но у вас не было этого внутреннего противоречия между верой в Бога и верой в коммунистические идеалы? Что вера в коммунистические идеалы — это всего лишь, прежде всего, труд. Духовный труд и простой труд человека над собой, я думаю, нет. Сейчас вера больше? Вера укрепилась. С каждым днем она укрепляется, и ты понимаешь, что вера — это та граница между добром и злом, где стоит опереться на нее в тяжелые моменты жизни, очень трудные моменты в жизни, потому что к Богу проходят и приходят все через трудности в жизни. Как вы чувствуете, что вера стала больше? Больше людей приходит в храм. Вы это просто чувствуете в общении. И почему так произошло? Почему вера стала больше? В настоящий момент, в связи с ситуацией в стране, вера, она стала помогать людям выживать, помогать семьи и чувства делать крепче, укреплять ту истинную ценности, потому что сейчас в связи с трагизмом, в связи с гибелью людей, мы доводим, что смерти нет. Смерть не надо бояться. Это смерть — это определенная духовная такая часть человека, человеческой жизни, бытия, где идет вечная жизнь. И человек не боится смерти, не боится умереть за свою страну, за родину. В таком плане вот. Можно немножечко про звонницу? А насколько часто вы сюда приходите? Как это бывает вообще? Сейчас это бывает только по большим праздникам. Uh-huh. Вот. И здесь сейчас установлена автоматическая система на главные праздники. Благословение батюшки я поднимаюсь. И пасхальное исполнение я могу это произвести. Вот пасхальный перезвон. А в основном здесь работает пока автоматика. А что значит автоматика? Это все вообще полностью автоматически звучит? Полностью звучит. Автоматическая система, подключенная. Вот мы ее видим, видимо, здесь, да? Электро, стоят двигатели, которые закручивают подвод к язычку, и происходит неплохое, в принципе, звучание. Ну, человека заменить, конечно, оно заменяет, но человеческое звучание, оно по-другому раскрывается. А это во всех храмах так звонится? Нет, это не во всех. Это редкость какая-то? Это уникальный. В соответствии с решением батюшки, чтобы расходы же надо на звонаря же. Да. Вот, и решили сделать так вот.
давно здесь автоматическая сеть? Да, уже давно, да. Но вы можете и руками здесь работать? Руками, да. Вы учились где-то? Как это? Нет, абсолютно. То есть вы просто пришли и вот сразу знали? Как сразу это? Пришел. Но у вас музыкального образования никакого нет, ни музыкальной школы? Музыкальная школа. Музыкальная по школа? По классу баян я закончил тоже непонятно как, все на слух подбирал, закончил школу. Ну, то есть вы сейчас нам не сыграете ничего? Сыграю. Можно? Да. Давай попробуем. С вашего разрешения. Да, конечно. Ничего сложного нет здесь вообще-то. Можете попробовать. Язычковая система, просто немножко тут мешает. Берите, вот это зазвонное, это подзвонное. Вот, берите, вот. Вот есть, так? Да, есть определенный хват, да, хват. Вот. Правая нога на благовест. На благовест. Благовест на благо... это? Да, это вот. Большой это, колок. Да, 410 килограмм, да. Вот. Почувствуйте. Нажимайте. Это на бас. Это война. Это пожар. Это пожар. Вот жители собрали на такую звонницу немаленькую сумму, под 1 000 000 рублей. Городом собирали? Городом собирали. Глава помогали, жители помогали, все. И сколько лет вот эти колокола здесь? 14-го года. Как правильно говорить, играли, работали? Звонят. Вот сейчас работа... Автоматики? Автоматики, да. А она почему сейчас сыграла? Каждые 15 минут, каждые полчаса проходят. Даже ночью? Даже ночью, да, проходят. Как люди реагируют на колокольный звон? Прекрасно. Такой вид прекрасный. Здесь Мурмиха, вот, и когда нету дымки, тут все хорошо очень видно, весь город. Воскресенский собор 1812 года. Памятник федерального значения. Много вообще здесь прихожан? Много людей приходит сюда? Немного. Хотелось бы, конечно, больше. Как у вас вся эта работа сочетается с военной службой? Вы человек военный? Вера помогает, вера одухотворяет, и вера дает чувство внутреннего спокойствия, что ты делаешь правильно. И тебя он направляет на путь истинный, с верой по жизни. Ты выполняешь определенные задачи. Вы, получается, заканчивали военное училище, да? Казанское высшее военное. В 91-м году я поступил, и в 96-м году я выпустился. То есть вы в армии с 91-го года, по большому счету? Как армия менялась, российская, за эти годы? У меня просто отец военный, уходил из армии на пенсию в 95-м году. Не лучшее время было для армии, прямо скажем. Мы жили в Домне и жили там за счет военных пайков в том числе. Вот сейчас армия другая, российская. Как вы эти перемены чувствуете? Это перемены к лучшему или нельзя так говорить? Люди стали другими? Этапы, они были очень существенны. Они претерпели ряд изменений. Мы стали сильнее, стали могущественней.
и этапы формирования российской армии и советской армии в то время в российскую, конечно, это большая разница. Но непоколебимые понятия честь, совесть, отечество, они как были, так и остаются. Много ли веры в военных людях? Много. Ребята, прибывающие в отпуск, выполняющие задачи, боевые задачи, я ни одного человека не видел без веры. Ни одного. Вы помогаете, я знаю, семьям участников военной операции. И где-то с деньгами обращаться. Это служебная необходимость или это ваш посыл? Просто захотелось помогать? Наша обязанность помогать семьям по любым вопросам. 24/7 мы с ними рядом. Потому что потеря близкого человека – это невосполнимая утрата. Если мы не будем помогать, ну кто будет помогать? Бывают такие моменты, те самые средства, которые получают семьи погибших, военнослужащих, мы рекомендуем, чтобы осталась память, остались все средства, которые были вложены в покупки либо приобретение жилья, либо другого имущества, чтобы это со временем оно осталось. Но это они сами решают уже на семейных совете, вот они решают. Мы только можем рекомендовать. Хотя это играет с другой стороны такую злую шутку. Сказали, что комиссар стал риэлтором. Вот. Но это глубоко неправда. Мы помогаем. И люди нам благодарны. Как меняется отношение российского общества к военным в разные годы, в разные десятилетия? Как это было в 90-х, как это в нулевых, как сейчас? Я просто помню разные этапы на самом деле. Я вырос в военных гарнизонах. Мы все были детьми военных, семьями военных. Потом я жил в Домне, вокруг была деревня. Там, да, немножко другое отношение между детьми военных и детьми тех людей, которые в деревне живут. Вот, потом я смотрел за тем, как в Чите относятся к военным, когда еще был штаб Сибирского военного округа, как люди реагировали, когда военные уезжали массово. А как вы это чувствуете, отношение к военным? Какое оно сейчас? Каким оно было в 90-х? Как сейчас? Лучше, хуже? 90-е – это был очень перспективный муж. Это был стабильность, это была семья обеспечена пайками. Он всегда семью накормит, защитит. То есть это был очень успешный мужчина. И здесь, приезжая в 96-м году, мы это все почувствовали, что местные девушки охотно замуж выходили именно за военных. Они уезжали потом уже на Запад, вот, обустраивали свою жизнь. Но, тем не менее, офицер, на случай проходящей службы в вооруженных силах, являлся таким гарантом стабильности. В последующем, когда уже были сложные времена, конечно, были сложные моменты. Хотелось бы, конечно, желать лучшего для офицера, вот, для увеличение заработной платы, денежного удовольствия. Ну, это вы, наверное, конец 90-х, начало нулевых, да, вспоминаете, да? Да, это был сложный этап, когда ломались судьбы офицерские. У меня многие уходили со службы, бросали и уходили в бизнес. У меня друзья сейчас и предприниматели, неплохие, очень успешные люди. Которые, офицеры в прошлом. Да, офицеры в прошлом, которые себя нашли именно на гражданском поприще. Вот. Кто-то ушел уже конкретно в очень высокие эшелоны власти, в наши, говорят, ушли. Кто-то получил звание полковники, генералы, то есть в таком плане. У вас и в семье и жена, насколько я знаю, военная? Только жена военнослужащая. А сам я из рода шахтеров. У меня прадед шахтер, почетный шахтер, дед шахтер, отец шахтер. То есть все шахтеры. Как я стал военным, это такая история очень, можно сказать, печальная. Афганистан, груз 200, тогда мы первый раз увидели школьниками. И у наших знакомых хороших погибает брат. И решили идти мстить, скажем так. Вот. В то время мы не понимали, что надо как-то защищать нашу родину. Одноклассниками мы решили поступать в Тульское артиллерийское училище. Ну, оттуда уже нас переманили в Казанское училище ракетное. Вот вы рассказываете про знакомых, которые
повесили китель в гардероб, в шкаф и стали кто кем. А вам никогда не хотелось уйти на гражданку? Не было такого? Ну, 2009 года я уже гражданский, я уже пенсионер. Я уже пенсионер Министерства обороны. Вот, и уже гражданским военным комиссаром продолжаю работать. Но все равно, по большому счету, вы военный человек. Я военный человек, прошел военно-врачебную комиссию, годный для дальнейшего прохождения службы. Если Родина прикажет, то мы встанем в строй. Сейчас военную форму надеваете? Да. На работу ходите по гражданке или в кителе? На работу ходим мы по гражданке, но Дни воинской славы, 9 мая, проводы призывников, мы, конечно, надеваем форму. А звание у вас? Майор. Еще одна история касается вашей депутатской деятельности. Откуда это желание стать депутатом? Вас позвали, пригласили, вы сами захотели, люди вас привели к этому? Все началось с того, что мне уже тяжело было видеть, как наш город потихонечку опускается. Становится хуже. Да, хуже. Вот. И видя у себя на родине, в Тульской области, как программы реализуются, программы в соответствии с указом президента Российской Федерации, было предложено поучаствовать именно по депутатской работе и быть полезным именно городу Нерчинск. Я согласился, потому что мне не безразлично, где я живу, вот, и как наш город развивается. Я решил себя посвятить именно депутатской работе. Но это очень сложно совмещать, очень сложно. Времени практически не хватает. Но, тем не менее, какие-то задачи выполняются, и городская администрация прислушивается к мнению депутатов. Но это очень сложно. Сколько лет вы уже депутат? Вот вопрос на засыпку. Ну, сколько созывов? Давайте про созывы. Один. Один созыв? Один созыв, да. Чувствуете себя полезным в этой своей ипостаси, эффективным? Приносим определенную пользу, вот, но мы понимаем, что если бы у нас бюджет города соответствовал тем нашим потребностям, нашим запросам, то, конечно, бы в городе все было по-другому. Есть определенные объективные причины, очень много проблем. А есть достижения? Достижения? Достижения по благоустройству городской среды. 2019 год выиграла всероссийский конкурс малых городов численностью от 10 до 20 тысяч человек. Получили грантовые деньги 65 миллионов. Это заслуга администрации, не депутатов. О слушаниях, обсуждениях этого проекта принимал активное участие. И я благодарен, что есть вот небезразличные граждане к своему городу. В частности, еще раз повторюсь, администрация городского поселения приложила все усилия, чтобы проект получил такую огласку и получил премию. Очень рад. Считаете это эффективным вложением средств? Да. Проект мы выиграли, но печальные новости о том, что мы его до конца не довели. Вот одна из проблем. Это золотая нить наша, где проходят по местам наши здание федерального значения, исторический центр, где туристы могли бы гулять, и он бы был бы оборудован в плане площади, в плане указателей, где были изготовлены бы малые культурные формы. Но, к сожалению, пока не довели проект до конца. То есть это вот проблема такая вот у нас в городе есть. Лично я выезжал в город Иркутск, как депутат городского совета, как представитель комиссии по ЖКХ и благоустройству земельным вопросам города, лично встречался с исполнителем этого проекта и по ней пообещали, что мы сделаем. Вот. Но в итоге, конечно, возбудили уголовное дело, деньги вернули в федеральный бюджет, и проект сегодня остался только на бумаге. Все. А на самом деле здесь же очень много того, чего хотелось бы, наверное, сделать. Да, очень, да, очень, да, много. Очень много исторических зданий, очень много тех проектов, которые хотелось бы реализовать. Но если бы вам предложили неограниченное количество денег, но один проект, какой бы вы реализовали в Нерчинске? Я бы построил хорошее функциональное жилье и построил единую котельную бы. Чтобы не было проблем с ЖКХ? Да, не было проблем с ЖКХ и условия проживания в домах
были комфортны, и это бы послужило бы притоку сюда тех специалистов, которые сейчас не хватает в администрации, те, которые бы увеличили штат и увеличили даже в связи с постройкой новой школы, преподавательского состава, в том числе и врачей-специалистов, культурных работников, и в том числе кадровый голод городской администрации и районной администрации. К сожалению, такая вот проблема есть. И пока не решается. Пока не решается, да. Это вот главная, глобальная проблема. Проекты есть, и центральный котельный, потому что надо и сети менять полностью, и делать капитальный ремонт тепловых сетей, потому что все не вечно. Проблемы есть, и они решаются администрацией. Хотя очень-очень тяжело, очень тяжело. У нас вот проблема одна из таких тоже глобальных – это жидкобытовые отходы. Очистные. Да, те же самые очистные. Был когда-то реализован проект, он уже подходит к завершению. Прошла рекультивация, утилизация нашего сбора мусора, но, к сожалению, не указали, куда потом это все дело сливать. То есть одно дело сделали, а другое сделали мы не сделали. И город постепенно, потихонечку ввергается в некий такой мусоросборник вокруг города. Это, к сожалению, проблема. Но тоже решается, но очень тяжело. Мы стоим около Бутинского дворца. Вы здесь бываете? Много раз были? Очень много. Это одно из любимейших зданий. Я здесь постоянный гость, участник тут балов, различных мероприятий. Музей, он уникальный. Уникальный по своей истории, уникальный по историческому значению, так как его основал товарищ Бутин. Насколько вообще для вас значимо, что вы живете в историческом городе, в первой столице Забайкалья? Или это фоном как-то идет? Или это значимая история? Мы привыкли. Мы уже привыкли, мы не замечаем. Но мы замечаем тех туристов, которые приезжают к нам. Много туристов? Больше становится? Больше становится. Вот. Построили неплохую гостиницу. 3 звезды. Да. Вот. Вы вот там она достойная, кстати, гостиница. Да. Я думаю, с последующим, с развитием города, с исторического центра, вот здесь, я думаю, мы можем принять достаточное количество туристов. А вообще, это одна из таких направлений города, это привлечение в соответствии с программой, федеральной программой президента по развитию туризма. Вот именно вот здесь. Почему бы нет? Как отпуск проводите? Остаетесь здесь, в Забайкалье, или ездите домой? Отпуск провожу. Я встречаю Новый год. Отпуск у меня бывает зимой. Ага. Встречаю Новый год с дочкой в город Москва. Дочка служит, у меня офицер. В Забайкалье есть еще какие-то любимые места, кроме Нерчинска? Есть. Алханай. Часто бываете? Не часто, но бываю. Место силы определенной. А как это сочетается? Вот, ну, понятно, что это и природный объект, но это и центр буддизма вообще-то, да, мировой центр буддизма. А это дополняет вашу, ну, ту же веру, да? Это где-то рядом стоит? Как это вот в душе верующего человека отзывается? Потому что есть понятие буддизма, жизнь вечную, реинкарнация души. Это близко. Спасибо за беседу, спасибо за ваш оптимизм, за вашу работу, за ваш ясный взгляд на то, что происходит с Нерчинском. За то, что вы здесь живете, за то, что вы сюда приехали, живете и творите добро для людей. Пускай все получается. Вам спасибо.